Друзья, я вот здесь общался с Олегом, и мы общались довольно на интересные темы. Хотел бы задать несколько вопросов ему, ответы на которые, я думаю, будет интересно услышать и вам. И в первую очередь я хотел бы вам его представить. Это мой друг, его зовут Олег. Всем привет. Скажи несколько слов о себе, откуда ты, кто ты? Я с России приехал к своему другу Паше. Давно не виделись, где-то лет 10, на 2 недели. За эти 2 недели разговаривали, ну, очень многое обсудили. Вот. И некоторыми мыслями хотел бы поделиться с вами, но хочу отметить несколько следующих моментов. Первое, что те мысли, которыми я хочу поделиться, не я их автор. Это мои умозаключения на основе информации, ну, различных источников информации, которые я переработал, и которые нашли в моей душе положительный отклик. И второй момент, я не претендую ни на какую истину, это просто мои мысли, которыми я хочу поделиться. Может, кому-то они будут полезны, с чьими-то мыслями кто-то увидит сходство. Ну, как-то так. Я бы еще хотел добавить, так как у нас христианский канал, и мы в основном публикуем здесь христианский материал, разные рассуждения на библейские темы и так далее, то вот Олег, он верит во Всевышнего и находится в поисках истины, но он не относит себя ни к какой религиозной конфессии, поэтому его поиски истины и поиски, и разговоры, и общение со Всевышним очень разнообразны. И поэтому и общение наше с ним получилось очень интересно, и я бы хотел ему задать несколько вопросов. И первый вопрос будет таким. Где ты черпаешь информацию о Всевышнем? По поводу веры Всевышнего хотел бы сначала отметить. Вот для меня есть 2 состояния, то есть когда ты веришь во Всевышнего и когда ты доверяешь Всевышнему. То есть я стараюсь по жизни находиться во втором состоянии, в состоянии доверия Всевышнему. То есть в этом состоянии я даже не ставлю вопрос, а есть он или его нету. То есть для меня он однозначно есть, и моя задача научиться по жизни ему доверять. Вот. По поводу, где я черпаю источники для того, чтобы познать его, либо ощутить его действие надо мной, это весь окружающий мир, в первую очередь природа. Ну, это, наверное, ни для кого не секрет. Создатель, творец, то есть создал природу. И познавая природу, ее красоту, ее многообразие, мы можем узнать о его характере и постичь его замысел, если будем достаточно внимательны по жизни. Другие же это источники, это все нас окружающее. Это люди, музыка, фильмы, любая информация, с которой мы сталкиваемся по жизни. То есть, задаваясь вопросом каким-то, мы всегда где-то можем неожиданно для себя найти ответ. То есть, по сути, это язык жизненных обстоятельств, который представляет собой многообразие различных источников информации. Ну, как я уже сказал, это и люди, и книги, и музыка, и все. То есть, получается, такой подход и такая концепция, она исключает такой момент, как случайность. То есть, ты не веришь в случайность? Наоборот. Я верю в случайности и, как бы так сказать, верю в то, что случайности не случайны. Как раз таки случайности нужно в жизни замечать. То есть, по сути, любые случайности это будет, можно сказать, либо ответом на твой вопрос, либо предостережением каким-то, либо знаком каким-то. Вот. По поводу языка жизненных обстоятельств хотел бы добавить следующее, что для меня это как сокровенный диалог с Богом. Я считаю, что Всевышний ведет с каждым человеком свой сокровенный диалог, понятный лишь только этому человеку. И общается он в первую очередь на языке жизненных обстоятельств. То есть, по сути, ну, жизнь учителя подтверждает эту истину. Я с этим не спорю. На личном опыте часто как бы в этом убеждался, что обстоятельства это то, каким образом Господь пытается корректировать твой жизненный путь. То есть ты хочешь идти так, а Бог тебе советует идти иначе. И если ты упрямишься и не прислушиваешься к голосу совести, то жизненные обстоятельства, которые выстраиваются вокруг тебя, они подкорректируют твой путь так, чтобы ты пошел так, как хочет Господь. С этим согласен. А как быть вот
со знаниями. Вот мы начали, что ты черпаешь знания, из каких источников ты рассказал. Но это всего лишь знания, ты их получил. Как очень часто знания остаются лишь знаниями и не применяются на практике, не переходят в действие. Как быть с этим? Как сделать так, чтобы знания стали действиями? Я немножечко отодвину этот вопрос сейчас, но чуть попозже. Вот хотел бы добавить еще по поводу случайности, из каждых обстоятельств. Просто считаю необходимым это дополнить, чтобы получилась некая взаимосвязь. Угу. По поводу того, ну, мы живем сейчас в какой век? В информационный, правильно? Угу. Множество информации, много различных источников, и мы лишь на некоторую часть обращаем внимание, да, то есть почему мы обращаем внимание, почему необходимо в жизни быть внимательным и уметь видеть общий ход вещей, угу. То есть ту жизнь, которая с тобой происходит, для чего это надо. Допустим, ты ведешь себя как-то неправильно, и жизнь тебе подсказывает, как, на мой взгляд, как она подсказывает. То есть вначале она тебе говорит шепотом любви, то есть ненавязчиво подсказывая тебе, что скорректируй, либо измени себя. Если ты не слышишь шепот любви, она уже начинает тебе говорить твердым голосом вразумительности. Если ты уже и не обращаешь внимания на твердый голос вразумительности, она уже начинает разговаривать с тобой криком страданий. Поэтому так необходимо в нашей жизни быть внимательным и обращать внимание на нужные вещи. Теперь вернемся к твоему вопросу по поводу... Почему там... Перехода от знаний к действиям. Да, да. Почему какие-то знания мы получаем, они вроде правильные, да, то есть откликаются в нашем сердце, но мы на практике в жизни их не применяем. Не воплощаем. Угу. Не воплощаем, да. Ну, вообще, как бы, есть четыре стадии от знания до действия. Первое – это знакомство с информацией. Назовем ее стадия знания, да, то есть угу. Знакомство с информацией. То есть ты что-то услышал, что-то увидел, обратил на что-то внимание. Дальше, после того, как ты обратил внимание, идет процесс осознания. То есть когда ты полностью разбираешься в этой ситуации, то есть когда у тебя в психике нет никаких конфликтов, ты знаешь, что, как действует, что с чем взаимосвязано. Когда ты с этим разобрался, идет третья стадия принятия либо отвержения. Если это близко твоему сердцу, ты с этим согласен, ты готов через себя это пропустить, ты эту информацию принимаешь. После того, как ты принял, на мой взгляд, наступает самая сложная стадия, это четвертая стадия воплощения в жизнь, действия. То есть применять знания на практике в жизни. Мы сейчас в наше время, проблема многих людей, мы много чего знаем, но мало чего делаем. То mm-hmm. есть действовать это самое сложное. Mm-hmm. И для того, чтобы реализовать знания на действие, это можно... Ну, вообще об этом можно долго-долго говорить, я считаю, это отдельная тема. Кто-то сразу их реализует, кто-то через неделю, кто-то через год, кто-то через 10, через 20 лет. То есть это долгий процесс. И каждый человек сам определяет для себя, как это сделать, когда сделать, и насколько у него есть сил, волевых качеств и мотивации, да, как можно быстрее применить эти знания в жизни. В твоей жизни бывали ситуации, ты проходил этот путь вообще, вот, все четыре стадии. Бывали у тебя истории, когда вот ты прошел все четыре стадии от начала до конца? Если бывали, то поделись такой-то историей. Конечно, конечно, бывали. Я больше скажу, в жизни каждого человека бывали такие стадии. Просто проблема их сейчас вспомнить, выявить и разложить, что вот так, так и так эти стадии шли в моей жизни. Я приведу примеры своей жизни, вот, на пути моего преображения. Я не скажу, что я там святой, праведник. Я стараюсь быть по жизни человеком и в настоящее время нахожусь лишь в начале пути преображения, роста над собой. Угу. Ну вот, было время, когда я употреблял алкоголь, травил себя табаком, считал, что это круто, правильно, стильно, модно, молодежно. Ну, настало время, когда я начал задумываться, а на том ли я пути, и куда меня это все приведет, что мне это даст. И как я только начал задумываться над этим, погружая в себя, жизнь начала мне преподносить различную информацию. То есть я понял о том, что, во-первых, это вредно. Ну, о том, что это вредно, сейчас пишут даже на сигаретах, да, и да, в рекламе говорят, что это вредно, но мы себя все равно травим. Я начал понимать,
именно как это влияет на человека, как его портит, как его убивает, куда его ведет, как он деградирует, как разрушает его потенциал. Ну, я понял, что неужели я живу для того, чтобы разрушать свой потенциал? Вот Всевышний, природа вложили в человека огромнейший потенциал, который необходимо развить. Это одна из основных задач, я считаю. Угу. И я понимаю, что это не способствует достижению моих целей. То есть это была стадия осознания. Угу. Стадия принятия, согласился я ли с этим или не согласился, да, я с этим согласился, да, я это пропустил через себя, получил положительный душевный отклик, да, из своего сердца. Ты понял, что это твое? Да, я понял, что это мое. Я даже не знаю, ну, это было как озарение, как волна по телу, искра. Ну, каждый это по-разному может как-то описать, охарактеризовать. Для меня это было вот что-то нечто в этом роде. Ну и последнее. И началась самая сложная последняя стадия. Я это вроде все понял, но понять, осознать одно, надо что-то делать, надо менять себя. И если с алкоголем у меня прошло все одномоментно, то есть у меня не было никакой зависимости, потребности, да, в этом, то есть я принял решение не употреблять, но тут же жизнь, как я только принял решение, прошло там какое-то время, там, ну, месяц-два, тут же жизнью сразу начались какие-то проверки. Друзья, которые раньше никогда там, ну, никогда, не то что никогда, редко звали тебя, да, там, начинают все чаще тебя куда-то звать. Дни рождения, свадьбы, уговаривания, юбилеи. Выпей с нами. Да, давай, чуть-чуть хотя бы за здоровье. То есть, и когда я проходил все эти стадии, с каждым моим отказом я был, становился все более твердым в своем решении, более твердым, уверенным. И мало того, я чувствовал, что включает моя воля, мой характер. Ну вот с алкоголем было более-менее легко. Тяжелее было, конечно, с табаком. С табаком мне понадобилось 1.5-2 года. То есть я пробовал сразу, срывался постепенно. То есть это был для меня, я считаю, долгий процесс. 1.5-2 года, согласитесь, это не сразу, там через неделю или на следующий день. Ну, да. Вот, поэтому, как я говорил уже, что люди начинают применять знания на практике в жизни там и через год, через 2, и 10 лет. Не то, что я там вроде принял и думаю, а начну-ка я через 2 года. Нет, я начал практически сразу. Но были сложности. Были вот эти ложные убеждения, которые были в мою голову кем-то вшиты, не знаю, рекламой, другими людьми, примером. То есть, и поэтому было не так просто. А по поводу того, что... Ну, что еще зависит от того, чтобы знания максимально быстро воплотить в жизнь? Это же это мотивация. Mm-hmm. То есть, насколько ты замотивирован. Есть, и также твои морально-волевые качества. Если ты замотивирован, если ты понимаешь, зачем тебе, для чего это надо. То есть, если ты, ну, не просто так, я хочу перестать курить, там, или пить, или еще, там, есть фастфуд, потому что это плохо, или потому что сейчас моден ЗОЖ, то есть это недостаточная мотивация. Ты должен где-то в сердце, у себя, в душе найти настоящую истинную причину, для чего тебе это надо. Ну вот я вот по своим наблюдениям, мне кажется, что большая часть людей, они застревают примерно на стадии осознания. Осознание, переход на принятие, вот что-то между, где-то там. Они застревают и задаются вопросом, может быть, это и плохо, но надо ли мне, настолько ли это будет вредно для меня и так далее, и так далее. И вот застревая на этой стадии осознания, что бы ты посоветовал таким людям и как перейти, как перешагнуть, как перейти в другую стадию? Где черпать силы? Где ты черпал силы? По поводу... Я вот, конечно, у меня немножко другое мнение. Я считаю, что застревают не на стадии осознания, а как раз на стадии действия. Стадия осознания, она возникает только в том случае, если ты столкнулся с информацией и проявил к ней интерес, начал ее глубже изучать. Угу. Если ты к ней интерес не проявил, то тут хоть что человеку советуй. Если, ну, если ему не интересно, ты же его не будешь оставлять. Угу. Вот. Поэтому стадия осознания, это она происходит в том случае, когда есть интерес. Вот. А вот когда у человека появился интерес, он изучил информацию, он ее принял, и дальше встает вопрос, как себя изменить, как себя преобразить. Вот я считаю, что на стадии реализации действий в жизнь как раз-таки много людей. Я сам на самом деле нахожусь в зависшем состоянии по поводу многих процессов. Я во многом бы в чем себя еще хочу изменить, и я работаю над этим. Я вот как раз-таки на стадии воплощения в жизнь. Где ты черпаешь силы?
Как я уже говорил, в первую очередь я определил для себя, зачем мне это надо, что мне это даст. Какие это могут быть примеры? Допустим, я хочу быть здоровым. Раз. Хорошая мотивация. Я хочу быть красивым, например. Или я хочу хорошо себя чувствовать. Или кто-то хочет быть примером для своих детей, для младших братьев, сестер, для окружающих людей. То есть, да, источники мотивации различные. Ну, в наше время, там, век культуры такой интересный. Многие хотят быть красивыми, да? То есть, для кого-то быть красивым, здоровым, это будет такая серьезная мотивация. Вот, в первую очередь, мотивация. Но самое сильное, конечно, что есть, когда ты уже принял, настроен, вот, воли хватает, по моему опыту, буквально, там, на 7-10 дней первые. Дальше либо срыв, либо если у тебя достаточная мотивация, ты двигаешься дальше. Так вот, когда ты чувствуешь искушение, я считаю, что самое сильное средство, мощное, эффективное и проверенное – это молитва. То есть своими словами. Не какая-то заученная, да, это не какой-то заученный текст. А когда ты искренне обращаешься к Всевышнему с просьбой помочь тебе, и ты объясняешь, да, сам себе, для чего тебе это надо. Не просто помоги, потому что я это хочу, а помоги, Всевышний, мне, потому что я хочу быть здоровым, чтобы в дальнейшем совершить то-то, 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 то-то. Создать здоровую семью. Преобразить как-то мир, да, сделать его лучше. Создать здоровую семью, преобразить общество, быть правильным, хорошим примером. Либо если ты работаешь там с детьми, либо с, ну, там, я не знаю, там, с молодежью, то есть своим примером показать их, что, ребята, я смог, и вы сможете. В этом нет ничего сложного. И я вам помогу, чтобы вы смогли. Вот как-то так. Мотивация молитвы, я считаю, это хорошие источники, мощные, действенные, эффективные. Соглашусь с тобой, и даже на своей практике, на своих опытах тоже что-то подобное проходил, чувствовал и верю, что это работает. Спасибо, Олег, за эти размышления, за эти советы, ответы на вопросы. Мне было интересно услышать. И надеюсь, вам, уважаемые зрители, это тоже было интересно услышать, узнать. Может быть, кому-то из вас это будет на пользу, поможет как-то. Я буду рад, и я думаю, мы будем с Олегом рады вдвоем. Я не сомневаюсь, Олег тоже будет рад. И поэтому спасибо вам за то, что вы уделили ваше время и посмотрели этот ролик. Пусть Бог вас благословит. До новых встреч! Пока-пока. Всем любви и добра. Берегите себя, ребят.